Солнышко, какой день. Надо с той стороны будет заходить. Тут такое дело, хотел показать, какая у нас еще бывает работа, которая вряд ли у кого-то идет. А если есть, сообщите. Это на столе лежат мои книги. Вот во всем я вижу что-то. Вот я их издаю. Первая была и книга издана «Церковь, свобода, тюрьма». Это мои стихи. Ну какие они там стихи, это вот другой вопрос. Но из них многие положены на песнопение. С нотами. Вот видите, как это первое было издано в 2002 году. Я объявил конкурс. Кто даст лучшее название стихам? Кажется, 118 предложений поступило. Это говорит о том, что я не в углу сижу, у меня много друзей. Студенты, преподаватели, профессора, академики, кого только нету. Но я выбрал только то, что так было бы, чтобы по ступеням. Вот тюрьма, а стихи тут сейчас в тюрьме я писал. Свобода, церковь, и дальше ступени уже за церковью, выше идут в небо. Это один тут был, мне помог, откуда-то взял. Вот как она выглядит. Диво Божье было. Деньги большие стоят, хотя книга вот маленький такого формата, я сейчас скажу, только всего три книги такие, четыре, вот лежат. Симфония, остальные все одинаковые, 752 страницы. Ну, допустим, попутно показать, вот для слова Божия нет уз. Книга из одних документов, ламинированная, видите какая, твердый переплет, кругление корешка, не просто прямо обрезано. Вот когда в мягком переплете, она вот так вот обрезана, вот это вот, ровно. А это нет, чтобы корешок не был больше, кругление. Это Эдуард Васильевич, типография, работает в Горно-Алтайске. Тут даже дается их адрес, где он дается. Так, Горно-Алтайская типография, номер такой-то, такой-то. Тебе видно или нет вот в конце, посмотри. Видно, нет? Да. Ну, я показать просто хотел, чтобы как книги изданы одно, а потом что там есть. Здесь вот пока в конце, посмотри, есть, нет? Где типография? Да. Удивительная типография. Смотри, какая небольшая книга. Ну, там 400 страниц, там с чем-то. 400, даже 450 нет. Какая бумага. Как это сделано? Тут художник, какая надпись, как это сделано? Вот эта книга, два священника. Материал собирали, иеромонах, тут и священник, он доктор богословия. Доктор богословия там Московской патриархии. Тут написан автор, кто? Балашов Николай. Вот. Я к чему начал-то? С этой на эту книгу переп... Это книга из одних документов практически. Что о нас писали, говорили, деревня, лагерь за рубежом, все. И везде 64 страницы фотографий, цветных фотографий. Но цветные фотографии простые. Бумага везде только белая. Все книги, то есть это офсетная называется, офсетная. Снимки на которых мелованная, вот это, открываю ее. Все сшиты, ни одной склеенной нету книги. Вот я их начал когда издавать. Ну, я не знаю, тут приезжал человек, Коломейченко, с Татьяной был со своей, с Одессы, Олег. И он помогал все, спасибо Христос. Столы какие вот у нас сделал, вот он все делал, помогал. И вот такого размера, я никогда не знал, что стол такой. И вот я издаю, 9 лет издавал, книга, вторая, третья, четвертая. И, наконец, говорю, все, больше не будет, 30-й том. Я отхожу, это ровно 9 лет я издавал. И она ровно поставила от края до края. В два ряда идет, все закончилось. У нас там растут деревья возле лагеря. И мы заказываем. Бак сварить надо, 1,5 метра. Заказали, сварили. Куда ставить? Самое удобное место здесь деревья поставили. До миллиметра точно входят туда. Ну а теперь деревья-то растут, они вот друг с сторон поддавливают где-то. Так и здесь. Вот издал, а издать не на что. Уже сообщили, вот типография где, тут можно даже посмотреть, стихи в другой типографии были. Тут видно, нет, барнаульская. Да. Как-то интересно видеть, когда вот так вот берешь стихи, вот так вот там на бумаге так видно, это все, это не склеенное, сшитое. Я еду, так смотрю в автобусе, первый раз видел, что у меня в газетах печатали, а в книгах, чтобы своя, нет, не видел это вот это.
А выкупить-то не на что. И в день, когда надо было выкупать, приходит человек. Постучался. Приходит маленький, у него саквояжик с собой. Ну, вот такого размера, как сумочка такая. И говорит, вам деньги нужны, говорили. Я говорю, да. Я вам дам деньги, без отдачи. Но условие только одно, чтобы никто не знал, что я у вас был. Оказывается, он их несколько человек, они работают, ну, какие-то там дела делают, там переработка или что-то, не знаю, что-то такое, ну, с деньгами. Но не все ко мне расположены, и он не хочет из-за меня, ну, как бы, чтобы его не упрекнули. Видимо, так я понял-то, ну, я и не говорю. Книга была выкуплена. Дальше, вот над этой книгой я работаю, если в общей сложности взять, ну, года три примерно. Симфония на жития святых. Вот она какая, как. На жития святых. Даже можно открыть немного, хотя бы показать. Такой симфонии нету. Я ее автор, составитель. Когда-то печатал я ее вручную, все это. А теперь вот, как оно вышло. Или вот, допустим, симфония на неканонические книги. Ну, я Библией занимаюсь больше полвека, 54 года. Знаю, что какие только были симфонии неканонические, патриархии изданы другими. Я проверил, все абсолютно непрофессионально. Неудобно искать. Каждый падеж, они как есть, так и пишут. Надо все падежи свести в один. Все глаголы, допустим, ушел, ходил, пришел, в один глагол свести. Тебе главное найти. И вот она как вернигородская такая симфония на канонические книги. И вот один такой же шрифт, такими же буквами, такой же величины. Ну, тут был у нас Нафанаил Иеромонах Судников, Николай Николаевич. Он мне это помог сделать. Теперь я сам верстаю все. И вот здесь предисловие сделай, чтобы видно было. Это лучшее в мире. Лучше этой симфонии сдать нельзя. Я не просто говорю. То есть можно больше размер, больше буквы сделать. Ну, оно у меня по размеру всех книг. А здесь еще симфония, я вручную когда-то ее делал. А теперь к истинному православию, посмотри, как она издана. Показать книгу эту. Сколько она? Не знаю, тут это художник такие буквы нарисовал, Куц Владимир. 480 страниц. А что здесь есть? А вот я сейчас покажу оглавление, содержание. Покажи. Так, подожди-ка, тут... Кажется, оно и на две страницы умещается. Ну да. Вот содержание, кратко покажи. Чтобы увидели, что это за книга. Материал для этой книги я собирал 40 лет. Считаю, что на эти темы, которые крещение, покаяние, молитву, пост, более подробного материала, чтобы в сжатом виде так было, трудно найти. Каноны. Все здесь есть. Вот посмотри. И вот показать, какое предисловие. Видите, как оно все сделано. Вот даже так я буду держать. Вот посмотри. Угу. Какими буквами все это сделано. Бумага офсетная белая. А вот предисловие. По всем темам ответ дается по четырем параметрам. Все, что написано во Святой Библии с неканоническими, что написано по трудам святых отцов, это 300 томов, что говорится по канонам церкви, 719, и по житиям святых, 1173 жития. Ну, я математику люблю, поэтому это мне удобно говорить об этом. Вот такую книгу, вот 40 лет почти материал собиралось. Думаю, что ну просто нету. Нету, чтобы в одном вот такой, в одной книге так все было собрано. Андрей Кураев это оценил, у него все эти книги есть. Что Игнатий-то ничего не придумывает, он просто поднял целые пласты, забытые нами, заваленные. Андрей Кураев это увидел. Прошу тех, кто будет ну, критиком пытаться, чтобы это тоже увидели. Вот, допустим, ну, первые книги у меня были 12 томов, а их 30 томов в бумажном варианте. Все называются «Открытым оком». «Открытым оком». Вот оно как. И
рисунки на всех взяты из Гюстава Доре. И каждая абсолютно книга, вот зайди с этой стороны, я буду показывать, видно или нет. Ну, так, вот подойди. Вот первый том. И называется «Открытым оком». Открытым, а оком внизу, второе слово кверху идет. И на самой корешке 24 числа, 3 и 15. Необычно, в чем еще заключается, что название книги взято, отрывок из Библии, и кверху глаза как бы поднимаю. И все они разного цвета. С корешка разные. Вот, допустим, до 7-го, вот все цвета перебрал. А уже 8-й том, уже, вот видите, здесь по белому, открытым оком. А здесь наоборот. Уже фон сделан серебристый и открытым оком. И дальше будет именно так. Уже через разный тон. Синее, белое. А о чем тут написано? Стальной цвет. Вот. До 12-го тома. Вот 12. Все. Дальше с 12-го 18 книг. Твердый переплет. Интересно. Везде-то черно-белые фотографии были. А вот этот переходной. Первый. 13-й том. Это первый том. Он уже в твердом переплете. Видите, зеленого цвета. Но он половина фотографий черно-белые, а половина уже взятые цветные. Это первые цветные фотографии, которые я употребил здесь. Они намного дороже стоят. Ну, естественно, что возникает вопрос, а почему не раньше? Труднее это было. Труднее было издать. Вот они какие. Это вот мы ожидаем гостей, с батюшкой стоим. Маленько это надо было с той стороны. Не знаю, с какой стороны, как рисунок-то развернуть. Вот смотрите, какие люди у нас, какие девочки на службе. 752 страницы, 1000 экземпляров. Вот. Дальше. 14-й том. Вот как он выглядит. Точно так же название, все кверху тут. И 14-й том. Здесь уже все только цветные. Вот как оно теперь пошло. Открываешь и сразу, чтобы не переворачивать книгу. 64 страницы цветных фотографий. Это люди Михаил и Анна, вот они рядом, у которых я получил Библию. Это моя мама. Это где-то год 63 примерно. 1963. И дальше все они разного цвета. Какой? Ну, темно-голубой. Дальше идет. Вот это у меня лежат счетные, а там несчетные. Вот. Черный. Видите, какой? Коричневый, 15-й том. А о чем они? Ну, это о том, как люди обратились, пришли в общину. Этот том. Это песнопение черный, 16-й том. А вот это вот мусульманство. Так оно и есть, так и называется. Во свете Библии, вопросы, ответы во свете Библии. Вот как. Часть первая. И дальше. Вера, Библия, Коран. Весь Коран разбирая по сурам и аятам. В сравнении с Библией. Математическая выкладка до одной буквы Корана. Сколько начитывать его звучать будет. Сравнение с Новым Заветом. Ну и все места. Как понимать по Библии. Вот оно как. Раз у них зеленый свет везде главный, я делаю зеленый здесь. Здесь, видите, сравнить. Это фиолетовый, можно назвать как 20-й том. Здесь мои беседы с Александром Менем. И так и идет. Все, не расскажешь про что. Могу сказать только остановиться вот. Открытым оком. 26-й том. Но кто, если будет слушать этот ролик, вот сами посмотрите. Ну, 752 страницы с кружением корешка. К слову сказать, директор спросил, вы будете еще издавать? А какой-то том, кажется, первый был. Я говорю, мне только с кружением корешка. Я говорю, буду. Говорит, тогда мы покупаем специально машину. Кажется, 150 тысяч тогда она стоила кружить корешки. Немецкая. Ну и после этого, то смотрю, у меня сколько еще, 18 книг было издано. Да еще Новый Завет переиздавали. Да, но переиздавали к истинному православию, значит, все это оправдалось. Конечно, это резко увеличило стоимость книг. Это несколько миллионов при минимальной пенсии. Ясно дело, что это не мое. Это Господь так сделал. Здесь 300 поэтов России за 300 лет что сказали по определенной теме. Допустим, что они сказали о революции? Я сейчас вопрос любому задам. Скажите, какие поэты про революцию говорили и что они делали, чтобы она была или не была? Ну это просто... А мне студенты задают вопрос. Вот подойди сюда, Володенька, ближе, посмотри. В первую очередь, ну, показать, что вот они здесь, эти поэты. Так, покажи, какие есть.
Брюсов. Вот они какие. Дальше. Ну, показать тут. И сколько лет каждый жил. Показано. Без Евгения Евтушенко мне бы не издать это. Данные, все эти книги собраны были, поэты. Он поэт настоящий-то, а я-то какой? Просто любитель этого. Ну, можно показать. Некоторые тут знают. Так, Иван Крылов, Надсон. А других мало кто знает. Но у меня своих стихов. Кто это? Бальман Константин. Мои стихи больше всего похожи, как пишутся, как у него. Я так нашел. Константин Дмитриевич. Правильно я говорю, да, Дмитриевич? 75 лет жил. 1867-1942 год. Бальман. Вот он как выглядит. А почему? Ну, у меня написано 3467 стихотворений по 9 куплетов, то есть по 36 строчек. И черновики сохранены, и ни одной поправки нету. Я просто пишу, как с чистого листа. А почему? Во время молитвы мне это, ну, приходит где-то. Вот смотрите, студенты задают вопрос. Вот, к примеру, вот. Я сейчас могу прочитать его или нет. Это. При советской власти не было столько беспризорников, проституции, наркомании, воровства. Разве это не так? Не перестройка ли довела до этого? Это вопросы, которые мне в университете задают. А я заранее говорю, допустим, в течение месяца занятия веду, буду отвечать только по житиям святых. Библия и выдержки из 1173 жития, кто святой по этой теме, что сказал. Именно из жития вырвать нужный контекст. Так и здесь. Что по этой теме говорили о перестройке или о проституции, тут все остальное. Кто? Я даю здесь небольшой ответ. Вот он какой. Его можно даже показать. И на каждый вопрос 6 поэтов разных эпох. И каждому поэту эпиграф из Священного Писания. Кто это говорил? Николай Рубцов. Дальше место Священного Писания. Дальше кто говорил? Второй поэт беру. Так, Слуцкий. Вот оно, стихотворение его. Опять эпиграф из Библии. И снова Грибоедов Александр Сергеевич. Третий поэт. И опять из Библии вот рядом стоит эпиграф. Дальше. Давид Самойлов. Четвертый. Пятый. Сергей Есенин. Ну, это известный. Шестой. Опять Николай Рубцов. Все. Новый вопрос звучит так. Как не послушаешь, люди часто оправдываются тем, что их где лукавый попутал. А на самом деле, может, и сами уже научились, и без него не хуже вытворяют. Вот ответ я даю. Ответ совсем небольшой. А дальше 5-6 поэтов и 6 эпиграфов. Кто-то Ходосевич. Второе. Так. Марина Цветаева. Третий поэта. Сологуб Федор. Четвертый. Лермонтов. Пятый – Илья Оренбург. Шестой – Борис Слуцкий. И везде эпиграфы именно по теме, что говорили. А сколько это файлов таких? Ровно 20 тысяч. 20 тысяч стихотворений мне приходилось, их, говорится, вот так вот из них отобрать. Ну и 300 поэтов. Здесь 300 поэтов за 300 лет, что сказали по определенной тематике. Ну вот сегодня опять поступил заказ, мы до этого отправили полный комплект. В Испанию. В Испанию отправили, дошло, получили, отблагодарили, они стали православными. Сейчас нужно было отправить в Америку. Запрашивали недавно в Грецию, в Австралию. Я всем говорю, что на страну, у меня книги кончились кое-какие, уже 3 книг нету. То есть они есть, но только для себя. Вот это стихотворение я уже никуда не отсылаю. Но я его беру. Показать могу. Сосаться на него, ну, у меня просто нет. Но если это на страну впервые, то даем. Вот, допустим, вот эти книги, когда они были изданы, я решил их подарить библиотекам. Отсылать не на что. Была куплена машина и развозили. Куда развезли? До Владивостока, порт Находка. И в том направлении
Это их районные большие центры, которые города попутно, там Благовещенск, все. И дошли мы через Грузию, через Дагестан, вышли на Турцию, прошли Турцию, дальше к Афинам, полуостров прошли, переплыли море, Италия и до Португалии. Португалия, Лиссабон. И везде в национальной библиотеке дарил полный комплект. Дальше Великобритания, Шотландия, Ирландия, все, что нужно было. Вся Скандинавия, там это Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания. В каждой библиотеке эти книги. Даже сразу сказали, эти книги идут в Королевскую библиотеку. Ну и Прибалтика, Литва, Латвия, Эстония. Везде вот эти книги есть. Кое-где мы снимали, видно, как я передаю эти книги, в каком городе и где. Я так сейчас не знаю сколько, но определенно, на что у меня квитанции были, в дороге, где были библиотека, и они по описи берут, пишут такие документы, что ваши наследники, чтобы никогда претензий не имели на эти книги, мы заключили договор, это дарственное, без копейки. Это очень серьезно все. В Москве библиотеки имени Ленина, полный комплект, это все снято, даже в интернете стоит. В библиотеке парламентской и в исторической, в Москве в трех, не считая в Киеве во сколько, в центральных городах, такие как Рига, ну считать будем там где-то, Мадрид, Лиссабон, где, вот. Бывает в одном, как в Риме. В Риме тоже национальной библиотеки. И в районные. В районные это уже здесь, в России. И когда мы уезжаем, допустим, здесь в окрестности ездили, мы берем вот этот комплект полный, 31 килограмм. Если на полку поставить, 1,40 м. Корешками так, 1,40 м. Ну и я говорю, как раз, мы берем с собой 25 экземпляров по полному. 31 килограмм умножить на 25, вот считайте, куда тянет-то, 700 с лишним килограмм. Но когда мы были где-то далеко, мы сначала нанимали, ну такая, развозит грузы по России большими контейнерами, машина, контейнер называется, машина. И мы отправляли туда сразу 125 экземпляров, вот этих вот книг. Второй раз едем, еще 125, 30. 300 уже экземпляров ушло. Третий раз едем, 450. Четвертый раз едем, 600. 600 вот таких полных комплектов. Это все бесплатно. И на все у меня документы есть. Практически на все. И сегодня вот мы собираем. Как? Я показываю. Не могу брать вот эту. Я перед людьми заранее уже сказал. Отправляем вот три. Так, подожди-ка. Раз, два, три. За мной следить надо. Четыре. Вот смотри, кладем на стол. Три, четвертую я не могу брать. Теперь, ага, вот пятая. Это крест у нас. Вот это отдельно. Тут один первый том, немножко поврежден, я его не знаю, кому отдавать. Заехали. Вот. Положу его здесь. Для уравнения вот так вот кладу. Первый том, дальше второй, третий. В третьем томе как образовывать общины, что второй это противосектантский, третий, четвертый, пятый. Видите, какие цвета все, шестой. Вот этот цвет подбирали. Ну какой, я говорю, я не знаю, а у нее ногти накрашены. Я говорю, вот как у вас ногти накрашены. И она сразу сюда раз, шестой, здесь это седьмой, золотистый. Восьмой. Это мы сейчас собирать будем. Вот смотри, где. Вот так. Восьмой. Дальше что нужно здесь теперь? Девятый. Девятый где? Вот он. Десятый. Это у меня не счетный, это четный. Десятый. Одиннадцатый. Это старообрядчество в основном. Двенадцатый. Это репрессированный, брал интервью. Книги неподражаемые. Просто их нет, таких книг нигде. И они уже кончаются практически. Дальше. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Повторять надо. 19, 20, 21. 22. Смотрите, какие они все разные. 22.
А это и про евреев золото любят. 23-й, золотистый. Но про них три тома. 23-й, дальше 24-й. Вот какие тома. Смотри, со стороны я. 24-й, дальше 25-й, 26-й, 27-й, 28-й, 28-й, 29-й, 30-й. О, вот посмотрите, какая красота. Это в одни руки. Сейчас Володя будет запечатывать. Ну и Новый Завет. Это вообще непревзойденное. Первый, второй, третий. Вот Новый Завет с полным толкованием. Вот оно как издано. Впервые за 2000 лет вышло. Какие по цвету российского флага закладочки. Вот сюда подойди поближе, покажу. Вот какой это первый том. Как она выглядит. О, какой, с каким золотом блестит. Как крест обращался в разных типографиях. Кто знает, художники привлечены были. Как оно выглядит. Вот они, закладочки. Это не просто так, закладочки. Они приклеены. Какой каптал. Каптал это вот это, которое там есть. Загнулось маленько. Вот. Это что у нас? Сейчас покажу. Подожди-ка, минутку. Да, это третий том. Сейчас разница какая-то есть или нет. Ну, посмотри, где издано, где. Как изданы книги. Я их подарил патриарху, Медведеву, Путину. У Путина видели в библиотеке. По телевизору, говорит, показывали, сам я не видел. Епископам, священникам. Один раз только сразу больше 100 экземпляров подарил. Больше 100. Около 130 экземпляров в один день подарил священству. Тут собиралось у них что-то во время Великого Поста, на исповеди или что были священники. Целую акцию разработали. Подарить им надо. И вот, допустим, первый том. А чем отличается ваше издание от Блаженного Феофилакта? Первое сейчас откровением. Откровение только одно 400 страниц в третьем томе. А в первом томе, вот оно что, мы раскрасили сами Гюстава Доре. Это даже показать и то. Я много лет искал, как это сделать. Вот оно как. В полный лист. Вот это тут не в полный лист, вот если смотреть, вот поля. А здесь полей нету, как можно больше сделать. Это мы раскрасили. Тут целый, говорится, коллектив работал. И как выглядит теперь. И везде надпись, откуда что взято. Братья продают вот в доме. Смотрите, как фараонов дом. И как все это украшено-то, сколько здесь труда положено-то, сколько разных штрихов, даже вот здесь видать, с какой любовью. 230 гравюр, то есть самая полная иллюстрация, лучше нету. И сейчас в интернете, где ссылается раскрашенная, все берут у нас. Настолько это высококачественно было сделано. Желание Бог исполняет боящихся его. Ну и где говорится о проповеди, где говорится о необходимости изучать Слово Божие, что говорит Блаженный Феофилакт. Эти места я делал вот так вот, смотри. Во-первых, выделял жирным, а потом вот и Игнатий Лапкин другим шрифтом и отчеркнуто тоненькими полосками. Это не только, как показываю где-то, сейчас покажу даже больше где-то взято. 297 комментариев таких даю. Вот она. 297 комментарий именно только на тему о необходимости знать Слово Божие. Вот оно. Так. Дверью, то есть писаниями называется. Писание поистине дверь, суть дверь. Эти места, теперь я их и разъясняю. Что оно означает? Толкование. Толкования моего никакого нету. А то некоторые, как вы посмели? Никак, я просто комментарии даю. Ну и вот сейчас мы должны начать закладывать. Проверить еще раз. Давай посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. А их 38. Ну, я сказал, что это только у меня для показа лежит вот это. Все. Начинаем паковать. Так, что у тебя? Где?
Коробки есть? Не знаю, нас смотреть надо. Ну, посмотри, за мной зайди. О, это у нас детская здесь. Ой. Тут у меня люди спали. Посмотри, как затаренное пространство. Вот здесь вот спал у меня Данилка Плеханов. Это дети любят здесь лазить спать. Вот сколько здесь. Ну и не видать ничего. Ага. Вот такое дело. Ну это маленькие коробочки. А такие-то не нужны или нужны? Я не знаю, брать или не брать. Не знаю. Давай-ка я их сюда скину. А вверху там, ну посмотри, дырку прорубили, чтобы из кочегарки воздух сюда проходил. Я больше не вижу ничего. Если это пойдет, значит надо взять будет. А там выложишь, эти вернешь тогда. Это нынче они отремонтировали, кто тут сделал. Посчитай на дверях, что написано. Видите, как все обдумано. Вот так. Книги. Книги вот в каких пачках находятся. Посмотри. Вот пачка. По 8 книг в каждой пачке. Вот они. Ну, тут везли, тут маленько запечатанные. Это оборвалось. Здесь наши сестры, у которых ребятишки есть. Вот это батюшкина каморка. Вон тут. Вот считай, какое расстояние. Ну, 1,70 м. Все. Это батюшкина койка здесь и была. Ну и длина, вот она, до стенки показать. Все, сейчас будем складывать, подписывать на главпочтамт. Вот посмотрите, тут какие надписи. Милостыня пребывает вовек, Сирахова. К вещам на и внутри шкафа не прикасаться. Это мои. Так, знаешь что? Заложить надо тем, кто получит вот это вот. Мало того, тут можно было и журнальчик какой-то приложить. Православный календарь на 2017 год. Это местный митрополит Иванников. Изменил всю температуру здесь. Приехал. Никакой вражды нету, ничего. Приезжает, служит Потеряевке. Сюда присылает встречи. Вообще совершенно по-другому. Как было до этого, до него и как сейчас. Так я это закрою сейчас. Ну все, на этом забирать будешь сейчас. Давай-ка помолимся. Покажи надписи. Блаженный Феофилак берет из всех отцов, какие были за него, но главное предпочтение дается Иоанну Златоусту. И вот как удивительно, Бог все делает. Никогда не думал. Вот 9 лет, за 9 лет у меня написано эти стихотворения, 3467. 9 лет издавал книги. В один день прекратил. Каждую неделю говорил 4 проповеди, 25-30 минут в храме. В один день отрезал, больше нет. Сейчас занимаюсь только интернетом. Я даже как-то, ну, в виде шутки сказал, я служил в морфлоте, а морфлота так, М это буква М, а Ф вот так вот у глухонемых показывается. Теперь МФ у меня другое. Молитва не меньше 7 раз в день, как Давид говорит, Псалом 118, 164 стих, и форум. МФ. Ну, форумом я называю и видеоканал у нас большой. Вчера все-таки Володя вот нашел, сколько у меня видеороликов наших. 6694, кажется. 6600 или 7000? 6000. 6000, да? 600, ну, я уже не знаю где-то. И у нас интересные все ролики приходят. 5,5 миллионов просмотров. Просмотр это каждый ролик, где-то надо было посмотреть. Ну, это, конечно, мизерное по сравнению там с другими. Но у нас почему-то система уже занесла в СМИ, средства массовой информации. Поэтому мы должны вести себя согласно правилам, которые для них там написаны. Вот в этой книге, как одна здесь услышала, книги против меня была, а потом попала и книгу вот эта, «Для слова Божия нет уз». И она сразу же запросила все книги. Все. Почему эта книга является как бы ключом к остальным книгам. Она на нашем сайте, в открытом виде. Я хотел немножко показать. Вот я иду арестованный. Меня выводят из зала суда.
и зал краевого суда прямо напротив этого окна, вот здесь возле нас стоит. Там сейчас музей истории и искусства. Прямо рядом его на улице видно. Вот как Бог делает. Когда я судился и высудил этот процесс, 11 лет шел он. Они мне должны были за конфискацию фонотеки 11 миллиардов. Как артисты нанимались, оформлялось, все учли. 11 лет шел суд. Ну и, конечно, и выиграл, они не всю стоимость дали. Ну и то, что присудил суд, они не могли. Вот Бог делает так. Не могут рассчитаться. И Бог так делает, что у меня судебный исполнитель был, женщина. Она просто, как я не знаю, как она сделала, так. Ну, мне это уже сказали из городской администрации, что арестовываются все счета, ни один бюджетник не получит, пока с Лапкиным не рассчитаетесь. А чем она рассчитается? Вот то время именно. Ну и предложили недвижимости. Вот мы в центре Барнаула находимся, Ползунова 6, город Барнаул, Алтайского края, столица. И все, здесь 13 соток. Спросили только, а где вы хотели? Я говорю, ближе к центру. Мы сделаем здесь моление, чтобы было. И сухое место, чтобы было. Сухое. Здесь сухое, глубоко нету. И что интересно, помогали здесь все это закончить, получить. Очень большую роль сыграл прокурор края, генерал-лейтенант Параскун Юрий Федорович. И почти основной мэр города, мэр непростой, входил в десятку лучших мэров Российской Федерации, Баварин Владимир Николаевич, трагически погиб в автокатастрофе. Вот. Он здесь большую роль. Дальше, я не знаю, какие у него звания, там доктор юридических наук ТЭН Леонид. Он ректор юридического тут института, и он говорит, ну, Лапкину руки, ноги уже, мы, говорит, не вставим, у меня все извершено. Ну давайте закончим это дело. Суд уже вынес решение. Ну давайте как-то. И меня привезли недвижимость здесь. Когда сидели там, он теперь вице-мэр Петров Юрий Михайлович, а какого вы хотели здания, сколько? Я так глазами повел. У него кабинет большой, думаю, такой кабинет не дадут. Ну, он показывает, ну, вместе с секретарем. Ого, да это много, думаю, ну ладно. Я лишь никогда не просил там. Ну, я говорю, конечно, вот такое-то бы надо. Но это получалось бы в общей сложности, я так прикинул, ну 40, не больше квадратных метров. А получил я, мой бог, 226 квадрат. Вот они жилые были, а свод. И все, помогли перевести, это мэр города. Все это бесплатно. Тут и электрики приходили, и пожарники, и кого только не было. Это очень большой труд. Больше года ушло. Две домовых книги. Здесь у меня многие были прописаны, у кого не было места. Теперь эти скамейки сделали. Все, алтарь. Мы можем даже зайти сюда на минутку показать. Там открыто или нет? Закрыто. Открыто? Закрыто. Закрыто, я сейчас возьму. Так. Давай-ка сюда. О! Постой-ка я сейчас тут. Попутно, раз уже зашло, другой раз и не придется так. И две двери. Тут все переделали наши были. Нашлись мастера. Как Николай Фольгуев. Тут все это помогали. И вот где мы молимся. Ну, что-то нельзя смотреть, а что-то можно. Вот здесь. Вот она, видите как. Здесь прорубили дверь. Вот этой двери не было. Тут молятся, видите, какая широкая. Это Коломенченко Олег тут помогал, свои братья, эти вешалки. Вот эта дверь была, вот эта была и вот эта была. Ну, а это была тут у нас в основном женщины, а тут мужчины. Мужчины, там женщины ездят, а в другом месте, если не умещаются. Вот, везде надписи. А это алтарь. Сейчас пост идет, поэтому видите, как аналой. Накрыто все черным. Что у нас здесь? Специальный спецзаказ. Библия. Подойди-ка, я покажу. Это Библия. Не просто так. Посмотрите, какое сокровище. По заказу сделано. По заказу. На русском языке, на аналое у нас всегда лежит Библия. Вот она. Издание Московской Патриархии, конечно. Синодальный перевод. Другого не признаю. С неканоническими книгами. Книги Ветхого Завета. Книги Нового. Вот Иисуса Сирахова. Ветхий Завет,
Вот я сейчас закрою ее. О, тяжелая такая. И воскресение Иисуса Христа. Вот так. А это у нас алтарь. Заходить нельзя, посмотреть можно. Господи, благослови. Сбоку немножко так, глянь-ка. Ну так, наверное, не видно будет. Я не знаю даже, свет-то где у него. Ну, где-то свет тут есть. Ну, видно так. Свет можешь включить у себя в этой. Вот алтарь. Видите, в алтаре престол. Все как есть, сосуды. Все закрыто. И приехал мэр города, все это увидел, поудивлялся. Я сейчас покажу даже, где у него написано. Так, ну заходим дальше. Это все дали мне взамен того, что я выиграл. И вот прочитай от мэра города, что тут написано. Я прочитаю. Открой-ка повыше. Администрация города Барнаула 27 ноября 1997 года. Номер 08-447-0847. Так. 656-016, Барнаул, 2-я строительная, 62-16, Лапкину. Уважаемый Игнатий Тихонович, с большим интересом ознакомился с материалами, которые вы мне предоставили. В очередной раз прихожу к мысли, что заочное знакомство с человеком и его деятельностью не всегда отражает реальную картину происходящего. Ваша просветительская деятельность, ваш безвозмездный труд по воспитанию молодого поколения чувств, патриотизма, любви к родине и ближним, ваши беседы и проповеди перед людьми, совершившими проступки и преступления, достойны уважения. Я сожалею, что решение вашего вопроса затянулось на многие годы, но в то же время искренне рад, что крестовоздвиженская община, которую вы возглавляете, теперь будет иметь место постоянных встреч и молитв. Желаю вам на этом нелегком жизненном пути гордо нести свой крест и иметь последователей, верных Слову Божию. С уважением, глава городского самоуправления Владимир Николаевич Баварин. Ну, слово «гордо» он понимает достойно, не прогибаться перед всеми, чтобы не осудили его. И вот он, когда приехал сюда, передавали дома. Вот мы стоим. Вот он приехал. Стоит Владимир Николаевич. Вот он рядом с ним, я рядышком. А это его советник, который все устроил. В Афгане он воевал. Овчинников Владимир Петрович. А это Слуцкий Леонид. Это начальник, ну, всех строений в городе Барнауле. Вот он стоит, Владимир Николаевич. Вот мы стоим прямо напротив здесь, в ограде. Это снег шел, снег. Из газеты «Алтайская правда» был этот Волобуев, он все заснял. Это капли, это снег, пушистый такой был. Вот они стоят двое, а вот видите, как мы с ним. Мне говорят, да он партийный человек был, вы целуетесь. Ну что сделаешь, целуемся. Я рад, он меня всегда приглашал на свой отчет годовой. И вот по рукам, говорит, ну что, ударим, все, закончилось. Я говорю, закончилось. Вот напротив нас здание, это окно, это остальное. Вот, четыре фотографии сохранились. Это наш епископ Евтихий, вот он. Потом 5 лет был домодедовским у патриарха Кирилла. Ну, это я за компьютером. Все это показать немножко хотя бы. Вот, смотри как. И какие надписи. Это попутно все. Это книга, все отображено. История, хронология крестовоздвиженской общины. У нас тайного ничего нету. Посмотри. Вот типа, в каком храме такое найдешь? Теперь смотри. Правила принятые решения обязательные. Как себя вести? Вот какие наши порядки были. Ну, коротко проведи так, чтобы прочитать можно было. Можно было затормозить и прочитать. Каждую страницу ты уже не высветишь. Чтобы... У нас это переписывали, приходили тут и архимандриты, чтобы у себя такое сделать. И ни один не смог этого сделать. Ну, 20 лет прошло. Вот, а теперь вот о церковной дисциплине. 16 правил. Это надо поточнее. Ссылки на каноны, на все. Записывают, от руки стоят и переписывают. Священники патриархийные. И ни один ничего не мог сделать. Почему? Главное препятствие это архиереи и свои же собратья. Что придумал ты тут? Ну и все, то есть бизнес. А у нас лишь торговать нельзя. Все кончилось. Десятина святая.
Ну, а здесь просто показать. Это как нас лагерь оккупировали, как мы отбивались, а вон там. Десятилетия. А это у нас вот показать. Это я в Нью-Йорке. Это предстоятель зарубежной церкви, митрополит Виталий Устинов. Там в Синоде мы в Нью-Йорке. Это я веду занятия в Алтайском государственном университете. Вот оно. АГУ. Главный гуманитарный первый университет на Алтайском крае. Вон, где сидят люди, то соединено. Вот. А это АГТУ. Это вот ректор, там академик, там доктор. Это Евстигнеев Владимир Васильевич. А это его секретарь, профессор Улеске. Удивительные люди все. И вот я тут веду занятия. Вот она, за кафедрой. А это у нас крещение идет. Вот в воде батюшка там стоит на лодках, фотографирует вот люди. Там к крещению, которые готовятся. А это я вел вот три сразу священника крестят людей. Три. Это в Потеряевке, на втором мостике так называемом. А это вот студентки принимают крещение. А это я в студии. Меня оно в ночное время было. Сопровождают трое. Глухонемой Андрей тут. Там видно Слава Старков. Вот они стоят. Женя, вот. Я три радиопрограммы регулярно вел. Две онлайн. Одна была часовая в течение часа, воскресенья. Ну и вот батюшка сделал какой-то. Посмотри, тоже интересно. Это вот Библию поднимает Яша, я ему помогаю держать. Даже крещение, это Володя, который снимает. Покажи на себя. А это вот, это Новый Завет детям дал, чтобы держали они, сфотографируют. И вот это прошлый год был, а это за нынешний год. Видите, как все чисто. Везде надписи божественные. Это все в книгах. Все в книгах. Ну, пошли. А вот история тут. Сфотографировать эти две. История нашей... О, это. Дай свет туда. Ну-ну. Еще надо закрыть, чтобы пыли не было. Это у нас трапезная, где проходят собрания. Здесь у меня подпол. 12 человек могут свои продукты все хранить. Выкопали сами, убрали. И вот протокол даже, вот покажи. Не каждый знает, где это есть. О том, чтобы где попало, не знакомились по интернету. Сколько надписей у нас из Священного Писания. И вот почему патриархийные, которые знают нас, и говорят, уникальные общины. А что уникального-то? Просто работаем, живем и радуемся. Ни за кем не подсматриваем. И те, которые на меня-то нападают, там и прочее, они же ничего не имеют. У них даже имени нету. Свет Христов там или обличитель. Свет Христов. Тьма адская. Даже великий пост не останавливает. Тоже мне свет Христов. Свет Христов, это когда люди делают, для Бога трудятся. Тогда да. Можно даже вот этот журнальчик им заложить, этим. Хороший журнал. Я его пропагандирую везде. Вот журнал «Душа». «Встреча с Господом». Очень хороший журнал в Алтае, сборник. Распространяется бесплатно. Ну, на все жертвуют. Наши собирали деньги, отсылали. Все, Володенька, давай собирать. И на главпочтамт. Вот каждый раз так. Приготовимся, все. Посылаем. Все.